Так, поехали. Ну что? Ну что? Работаем или как? Работаем. Абоба. Стрелки ждут ваших приказаний. Дам-дам. Да. Опа. А где? Блин, конечно, бронетанковая рота может зайти не на этой карте. Там как раз лопаты мышачат по краям. Ну, штурмовички могли бы с ними попытаться побеседовать. Типа не видно, поняли, да? Типа, блядь, не видно там. Оп. Ага, еще вот так. Не даст. Так, Кубельваген. Кстати, вот это хорошая зеленка. Я ее, наверное, займу. Нет, тут шикарная зеленочка. Огнемет бы успеть выкачать. Пошел я за Кубелем. Ну ее. Что такое? Да, там подавили. Да фиг его знает. Стоял, подавил. Бля, Кубаваген катается. Кубавага привет. Катается Кубавага. Так, ну я иду связующим, в принципе, резать. И нижний. Ага, понял. Хорошо. Ой, тут фильки. Иду. Ну, страшно, наверное, не убегу. За угол, надо запрятаться за угол. Чуть-чуть подзапрятался. А вот тут зеленая куча, лучше бы там. Да, я иду. Лучше бы да, там остался. Я просто тебя прикрыл, чтобы на меня, типа, внимание. Ой, я через КП играю, ты через КП. Ты через капитана, да? Угу. Понял. Я, ну не прям в лобби, слушай. Да, вижу. О, Кубаваген. Как говорит, Коумыч, как он? Падлы? И как он там? Не, падл, как он по-другому говорит. Это по-разному говорит. А ты для кого я тут нашел, слышишь? А я видел, там пулеметчик сидит такой. Засади, я иду к тебе тоже, с другой стороны. Давай, я его пока прогоняю. Еле эшелон у меня ушел. О, все, я отогнал пулеметчика, можно брать топливо полностью. Только тут сидит какая-то мразота, она, я думаю, ты выбьешь. Mm-hmm. Давай, добивай. Не отпускай, да. Не отпускаю, я иду. А стой, не надо ходить было, надо было стой стрелять там. У тебя же точность уменьшается при ходьбе. Уже не так точно стреляет. Лейтенант, блять, прибыл у меня. Санитарная машина прибыла. Гаси пехоту! Так, санитарочка. Так, а как тут заховаться? Заховаться. У меня есть, если что, это. Кто? Ну, амбуланс. Амбуланс у меня, да. Амбуланс. Все заткнулись и слушай меня. Заряд заложен. Идем, поступил приказ. Так, вот это надо открыть, ага. Ой, они меня как-то нашли, что там в засаде сидел. Я тут. Сука, я лопату не перестреляю. Они захватили нашу точку. Ну ничего, сейчас. Сейчас он получит, быдло. Сейчас. А, у меня нет гранат, да? Сейчас, да нет у тебя ничего. Вообще ничего нет. Слушай, я зайду в тыл этому пулемету. Зайди. Сейчас он получит. Оп. М20, сука. Ага, Кубель испугался. О, да, так, конечно, можно не отступить чуть-чуть.
Пулемет здесь я заберу. Лопаты, сука, уехали. Кубель отступил, лопаты уехали. Ну это нормально вообще? Сейчас. Все, пошел в атаку. Так, может вооружение открыть, да? Я чуть-чуть подоткрыл капельку. А, кстати, а чё ж я не выдал? Я открыл и не выдал. Забыл. Высадились эти какие-то... Люк. Ля. Ляхты. Лярвы. Лярвы, да, вот эти самые. Уберштурм. Лярвы. О, сейчас я вот сюда вот дам. Сука, поджигает меня. Да не вообще какие-то жесткие. У меня М20 тут катается по сусекам, блядь, не хочет. Вот тварь, не хочет играть. Ой, 2-2-2, слушай, как контрить? У меня нет пока пушки. Летюха пока дошел, а ты, кстати, через капитана должен был сделать. Я не... Ну, я знаю, я просто взял миномет, чтобы отогнать пулемет. Ну, у меня М20, он, блядь, ну не может доехать до фронта, блядь. Ну, ему постоянно что-то, сука, мешает. Какой-то куст, блядь. Какой-то буларок, блядь. Какая-то залупа. Все ему мешает, блядь. Доехать до фронта, блядь. Ёб твою мать, да. Бля, высадка. Ну, это нормально? Противник захватывает нашу точку. Тупо забирают точку. Так, а что, можно вооружиться чуть-чуть? Пушка сделана. Понял, вычеркиваюсь. Противник атакует нашу точку. Так, все, я фангую. Когда мины кладут. Ой, там их много, слушай. А что ж делать? Я, наверное, Кубеля не убью, чувствую Стюарта. Хотя... Ой, там граната какая-то страшная, слушай. Вот эта, которая за донат бросается. Блять, ну мне страшно. Блять, ну я убью хоть кого-то сегодня, или так, будем просто ездить. Ну, конечно, отпустим, конечно, блять. Что там 2-2-2, живой? А, да, он у меня, сейчас я зайду. 20 мину не может стать, устанавливаю. А, не устанавливает. Блять, сука, ну. Ох, меня уже это. Блять, сука, меня это съедает игра просто, блять. Не работает функции, бля. Мина не ставится, блять, ты понимаешь? Включение, верчение, дрочение опять, блять. Сука, где на монополия, блять? Почему мы не в монополию играем, блять? Я не знаю, слушай. Минус отряд. А у меня минус Стюарт. Не дал минус. Все, Стюарт, есть дымы какие-то, нет там? Что такого? Нет, да, случайно дымов тебя? Есть, но я отошел. Ну, я понял, все. Где, куда дать, куда? Да, уже не важно. А, понял, извини. Бля, я им дарю Стюарт, да. Слушай. Я решил сохранить отряд, отдать Стюарт. Ну, а что делать, скажи? А что делать, если мне отряд надо? Давай быстрее же!
Да куда ты стреляешь, боже мой. А чё я гранаты не открыл? Конечно, подавит, блядь. Ясен хуй, блядь. Если ты не будешь на фланге присутствовать, то меня так наступление... Да, я иду. Меня иду, так я будет понял. Съедать наступление постоянно. Блядь. Я понял. Хоть кого-то, блять, убили, ёбаный рот. Так, а стюарт мой там где-то, да, у них где-то, блять. Гранату где-то. Сука, все в пулеметах. Да. Сорян. Дом ебаный заминировать. Заебал там саперами своими сидеть. Ой, тут зенитку ставят, слышь? Вижу. Ой, и попал же, сука, сквозь дым. Зенитку поставят, кстати. Пушки, блядь, приготовить. Способность он там прожал. Я закинул туда мину. Я слышу, да, я слышу. Слышишь, да? Да, слышу. Понял. Не, если слышишь, то ладно. Так, петушка делай. Блин, сколько... Сори, не могу пулемет отправить. Так, а что делать тогда? Ничего, сейчас попробую еще раз. Обойду с фланга. Попробуй. Не, попробуй. Попробуй.
Боба, сука. Ой, там граната. Ага. Я-то из-под тишка, блядь. Да как ты попадал? Да как он попадает, а? Ить? Бля, какой я быстрый. Тупо не догнать. Самый быстрый, самый-самый. Не, тупо не догнать. Бан, бля! Бановей его ему выписал. А как? Как по-другому с ним? Там два Пупкина, кстати. У меня вот эти механики тупо ебашут, как застрелить. Техника попёрла. Да, вижу. Базик. Пора делать пушки еще. Отступай этим майором. Угу. Спасибо. Не, страшно, страшно становится. Не, ну страшно. Вот что-то мы. Ну, не добежал. Не добежал. Он бежал, но не добежал. Мне страшно становится. Они захватили нашу точку. Три плюшки ему дал. Ага. Надо, слушай. Да, боже мой, стрельни. Стрельну, да, тебе? Да не, я сам справлюсь. Ну, сука. Так, я вижу, как ты справишься, походу. Ну или нет. Там тебе уже разносят все. Кабину, блять, всю хуйню. Ну, сори. Вот одну кабину разнесли, да? Это тихонечко. Сука, ну что ж там летеха погибает, а ты мне не говоришь. Сука, не заберу пазик. Меняй позицию. Отходим! Ох и блоберы.
Пупкин забрали нахуй. Не, а Пупкин-то я забрал. А вот высадка в тылу. Не, ну ты видел, как он хитро? Да-да-да, видел. Я такой только в кино видел, блядь. Да слушай, даже в кино такое не всегда можно видеть. Еще и сейвит, бля. И никто ж добить не может. Я понял, что за донат. Я понял, не намекай, игра. Я понял, что за донат. Добить за донат, блядь. Инженерный Шерман к бою готов. Эй, страдаю. Потому что ты, блядь, без пушек играешь. Поэтому ты и страдаешь. Я сейчас еще одну делаю. Ты давно должен был вторую сделать. Да, я знаю, я понял. Надо было делать гаубицу и пушку. Ну а чё ж, скажи, чё? Ну, лоханулся. Я уже сделал. Просто на еще не вышел. Ну, сука, не попасть, блядь. Так, я иду в атаку, мне пикают. Ну где твоя пушка, скажи, где она? Вот она. И вторая тоже идет. Не работает, блядь. Так идет она. А ты тут уже, блядь, очень медленно, очень медленно просто. Ты уже должен быть тут, блядь. Я знаю, понимаю. Миномет твой не работает тоже. Противник атакует нашу точку. Ага, у них есть гнезда. Ничего делать ты не хочешь, я понял, блядь. Да кошмар вообще, сам в шоке от себя. А я вижу. Пушит сзади. Можешь еще пушку забрать. Я забрал пазик. Так, надо, чтобы я прикрыл центр. Там бабубы, блядь. Я вижу. Блядь, даже эта точка у тебя, блядь, не занята. Ёб твою мать. Да. Ну так а чем ты занимаешься? Давай, суетись, блядь. Ну чё, это мы проблема. Победа сама себя не... Я понимаю. Что там? Забирают план? Уже развалили пазики, блядь, всю хуйню. Уже должен забрать, ты спокойно. Да что-то Пупкин спит. Чешу. Минки кладутся.
Ага, я вернулся. Они же забыли за меня, а я вернулся. А я вроде как немножечко там справился. Плюх. По крайней мере, ту точку я точно забрал, которую ты мне говорил. Понял. Плюх. Хорош. Лучше. О, сука. Так, вот это надо уничтожить. Ля-ля, хочешь трубу взять? Трубу ему подавай. Так, я тебе Шерман отремонтировал. Давай, едь бой, блядь. Да, я вижу, вижу, вижу. Плюх! Ой! 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 Как же он... Как же он терпит-то, а? Я иду ломать зенитку. Все, я устал. Я уже устал это терпеть. Твое неуважение, блядь. О, сука, достает же. Ной, блядь. Я ломаю цены. Все. Пока у КВ занят чем-то, я ему зениточку на. Он загнулся! Пожалуйста, зенитку добейте, зенит! О, я пережил еще более-менее, слышишь? Не, тупо пережил я. Пушки сейчас восстановлю и все, нормально. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Бобик, Бобик, Бобик. Смотри, это Бобик? Ой, да? А я пушку-то забыл. Ой, 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 на ковш наматывается. Как же он на ковш наматывается, блядь. Ты бы видел. Плюх! Смотри, смотри. Плюх! Ой, не могу проехать. Плюх! Ты видел? О! Да, с такими потерями можно, слушай, еще даже такой же вывести. Хорош. Слушай, а у меня еще М20 есть, я забыл. Ой, наверное, наверное, все. Да, боец, все. Хотя... Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, а что тут? Он будет умирать, не? Ой, ой, за все, М20, не, М20, прости, прощай. Прости, М20, прости. Ой, ой, ну подвинься. Я уехал, уехал, я подвинулся. Ты толстый, слушай. Ну слушай, я жирный. Это же Рабасин. Едет мой Шерман, понимаешь? Мой едет Шерман. Плюх! Плюх! А я пока подкрал. Ой, там еще. Пушку забрал, я забрал, сука. Забрал. Там мне уже забрали Шерман уже, не важно. О, они еще живой. Так я ж поэтому и забирал, чтобы ты забрали. Блять, что ты на базе на и потерял всю технику свою. Давай агрессируй, ну чё, давай, вперед, блять. Ты не додавливаешь их, понимаешь? Не да, не додавливаю. Ну потому что я теряюсь, слушай, я плохо контролю. Теряться. Давай, вперед. Мне отпор дают, потому что ты стоишь, блять. Тут надо доесть, а ты, блять, отсиживаешься. Не надо бояться, скажи, нет страха. No fear. Вон трубы лежат, блять, подбирай трубы. Сука,
сука, гранаты кидают. Ой, там Панзавуха, гля-гля-гля. У них всего 50 очков. Панзавуха. Лёх! Огонь по потерям, да, удожено. Переносим огонь. На! Вперёд! Погнали! Ой. Ой. На! Двадцать пять очков. Ты будешь дожимать, гада? Дожимаю, дожимаю. На, сука. А чё промах засчитал? Хотя прямое попадание, блин. Да на, сука. Блять, я ж вызывал второй Шерман. Да что ж такое-то, а? Ну что ж игра меня, сука, ну обманывает, ну постоянно меня обманывает эта игра, блядь. Да, да. Не успеваю я с таким темпом, спасибо, ты мне помог. Надо было сразу гаубицу делать, гранатку. Надо ж. А, надо, кстати. Я не знаю, почему ты не делал, я не знаю. У меня проблема, я пополняю отряды много, и у меня лички не хватает. Ну, то есть я когда отхожу, во-первых, у меня болезнь, я отхожу, но отступаю, надо как бы просто отходить, кажется, зеленкой дальше стараться, я все время отступаю, ну, как бы. Да. А, я понял. Отступаю, хотя мог там просто обойти с фланга. Ну да, да, ну как нубас, ну как рак, ну как рак, вы как бы профессионал, называете таких, как я, раком. А навы, да, называют раком. Хомячочек и ты называют таких раками. Не, хомячок называют это ласково малютками. Малютка, да, малютка, вот, точно. Хорошо. Ну смотри, практически как ты сыграл. Да, я вижу, а. Ну, чуть-чуть не хватило. Чутка, да, не хватило. Додавить в конце. В конце додавить тебе не хватило немножко. О мой бог. Да.